Давным-давно в одной далекой галактике на далекой планете жили-были антропоморфные фрукты, и жил среди них лимон. Лимон был самым кислым из фруктов, и поэтому самым диким и злым. И прилетела на их планету летающая овощная акула. Полюбили овощную акулу. Один только злой лимон был недоволен. Не понимаю, чего это все восхваляют эту акулу? Она же овощная! Одна морковь да капуста. Была бы она бетонной, то это другое дело. Неправильно все это, не объективно. И погорало у кислого лимона в одном месте. Из-за его сочился потихоньку кислый лимонад без сахара. Ну, дорогие жители нашей необъятной планеты, у нас происходят чудные вещи. Если раньше мы прятались на изоляции и боялись показаться всем, то благодаря удивительному существу, овощной акуле, мы стали более открытыми. Еще никогда не было такой активности. Мы стали больше общаться, а сама акула принесла нам нескончаемую радость. Поэтому я издаю указ, согласно которому овощная акула получает гражданство на нашей планете. В один прекрасный день фрукты назначили овощную акулу почетным гражданином их планеты. Отчего у злого лимона подгорело слишком сильно, и он полетел. Ну, я не думал, что это будет так скоро, но мне придется сказать. Прячьтесь нахрен в домах, сейчас будет большой звездец. Он летел по их планете, лая свои лимонные ругачества и разрушая дома. И овощная акула решила спасти фрукты, поэтому ей пришлось не щадя себя сразиться с лимоном. Гребаная акула, я тебя в овощной салат порежу! Моргалы помидорные выколю! Мы счастливы, что все это закончилось, и мы снова можем выходить из своих домов и нести друг другу радость. Ура, товарищи! Так овощная акула смогла проучить вредного лимона, и на фруктовой планете снова воцарился мир и покой.